Судьба детского сада «Малыш» на улице Гаевского долго оставалась неизвестной. Его реконструкцию планировалось завершить еще во втором квартале 2017 года. Но на дворе уже 2021, а детский сад остается заброшенным. Стройка здесь замерла. Мы здесь собрались в первую очередь для прояснения вот этой вот картины, что и как планируется, когда будет этот сад достроен, потому что он очень нужен. Для прояснения ситуации члены общества многодетных семей и местные жители встретились с представителями управления образования муниципалитета и депутатами. Видновчане смогли не только задать тревожащие душу вопросы, но и поделиться проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Сегодня лично взяла лазерный метр и измерила группу игровой зоны. Он составляет 45 квадратных метров. Постоянная посещаемость, вот средняя там, это можно по табелю учета проверить, 30 человек в группе. 11 января после каникул вышло 36, потом вышло еще двое, соответственно, 38, а потом все дружно заболели, потому что Санпин не соблюдается. Максимум в этой группе может находиться 22 человек. У меня внуки должны были сюда пойти, да. Записали сюда в 17-м году. В этот детский сад. Да. И пошли вон туда, а живу я вот. Без ответа никто не остался. По главному вопросу встречи все точки над «и» были расставлены сразу. Садику быть. Деньги на его реконструкцию уже заложены в бюджет муниципалитета на нынешний год. Задача наша следующая, чтобы было произведена работа по благоустройству детского сада, а эти работы включены, я проверила, работы по устройству новых игровых площадок, устройство, значит, у нас будет корректировка там с фасадом, небольшие проводятся работы с кровлей. И важно, что в полном объеме включены работы по ремонту внутри детского сада. Обсудили и проблему нехватки мест в видновских детских садах. Присутствующих заверили, этим вопросом уже давно и серьезно занимается администрация муниципалитета. Конечно, потребность она в местах есть в связи с такой большой, да, жилищной застройкой. Но строительство ведется детских садов. В этом году у нас открыто два дошкольных здания детского сада номер 45 «Сказка». Мы даже можем предлагать как альтернативу места в поселке Развилка тем детям, которые в городе Видное, не получили места в связи с тем, что они места закончились и отсутствуют на данный момент. На сегодняшний день в Ленинском округе функционирует 33 детских сада, 13 из них в Видном, и вскоре их станет больше. Помимо этого, на территории муниципалитета организовано 5 дошкольных групп при общеобразовательных школах. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.